Расскажите о производстве, кто есть ваша команда, какую функцию кто выполнял. О каком ролике мы говорим? Мы об обоих говорим, у вас целый продакшн уже называют. Да, мы вообще-то One Eye Entertainment, который начался еще на прошлогоднем Шведиде. Мы в прошлом году победили, сняли Inception. Мы принимали участие, конечно, в производстве клипа, вообще генерирование идеи, это около 6, наверное, человек, да? Мы встречались в небольшом пиар-кафетерии, как ни странно, но мы в кафетерии внизу. Встречались несколько четвергов подряд и решили снять клип прямо перед дедлайном. Выбор темы был немножко стратегическим, потому что мы подумали, что коррупция – это очень актуальная тема. Мы начали съемки без главной героини, без бабушки. И мы долго не могли ее найти. И пока мы снимали, некоторые члены нашей команды просто начали ходить вокруг и присматриваться к бабушке, но никого не просили. И первого, кого не приметили, это была тетя Шопан. Наша соседка, как оказалось, и она любезно согласилась сняться в этом клипе. Герой второго ролика, Жанат, известный, который работает в Яндексе. Да. Как он подписался на такое и не подставил тем самым Яндекс? Жалко, Жаната сегодня нет, но мы это... Его жалко будет завтра. Опс. Жанат тоже является членом Alumni Leaders League, высился как-то сразу, и он... По-моему, Жанат постоянно проявляет свою социальную, гражданскую активность, и это как раз-таки тот случай, когда он не побоялся, будучи лицом Яндекса в Казахстане, он не побоялся участвовать в таком социальном проекте. Клево. Какие дальнейшие планы вашего продакшена, можно сказать, в целом? Потому что, вот конкурс Empires, который организовывает пародии на фильмы, собираетесь ли вы в нем участвовать? Да, мы хотим, потому что, как я говорила, мы участвовали в прошлогоднем Шведиде, и мы хотим участвовать также в Empire, но не знаю, будет ли у нас время, так как никто этим профессионально не занимается, и у нас у всех работы, мы на разных местах работаем. Ладно, ты в Лондон хочешь? Ну да. Как это, стать видеомейкером? Нужно делать, нужно не бояться, и потом пользоваться тем, что нам предлагает интернет, потому что я лично научилась пользоваться такими... Я редактирую фильмы Final Cut Pro, я научилась им пользоваться только благодаря YouTube и бесплатным видео, поэтому сливайте, делитесь, если вы знаете английский. Конечно, в моем случае я тоже должна была бы так делать, наверное, но если у вас есть такая возможность, делитесь своими знаниями, чтобы мы все могли, чтобы уровень рос, и как вот Samsung, по-моему, вы сказали вчера, да, в Твиттере писали, что, по вашему мнению, уровень роликов в этом году гораздо выше, и поэтому нужно поднимать это еще более выше.